очень интересном проекте. Наше музыкальное собрание продолжает гости из Нижнего Новгорода. Певица Майя Балашова, лауреат международного фестиваля в Китае. Она исполнит русскую народную песню «Степь да степь» и роман Сабаза на стихи Ивана Сергеевича Тургенева «Утро туманное». Да, прошу прощения, партия фортепиано Рия Кавасаки. Thank you.
Усадьба Чайковского, парк. Thank you.
нас идти? Дом Петра Ильича Чайковского. Надо сюда встать, ближе, сюда вот. Там около дома ничего не... Так. Над. Ну ладно, что ты делаешь? Иди там, фотографируй, я буду давать. Сейчас, подожди. Хорошо. Ты что-то из этого можешь быть? Первое слово – жизнь, двоеточие, юность, порыв, стремление, затем какие-то препятствия, плюшки. Четвертая часть – смерть, как результат разрушения. И дальше идет планета, большая запись, дальнейшая суть скидки всего мира. И вот то, что началось в атлантическом океане, затем продолжилось, и Чайковский всем сообщил, что он пишет симфонию, но всем сообщил, не так. Симфонию ми бемоль мажор. Как известно, тональность необычайно светлая, красивая, торжественная. И современники, друзья, подумали, как же так, после такого каких трагических повозок, после стольких музык, стольких страниц, такого тончайшего трагического психологизма, вдруг какая-то необычайно светлая музыка должна быть. Что же это за тональность? Чайковский писал эти песни. Он написал, очевидно, все-таки три части, а не четыре, как думали позже другие современники уже в 20-х веке. Затем, вот после той ночи, Мон-Беньяре, он бросает пишущий стол. И если сказать вот так образно, то вся жизнь творческая Чайковского – это его симфонная жизнь. В каждой капле, даже в каждой пьесе детского альбома, в любой фортепианной пьесе мы слышим отголоски вот этой шестой симфонии, которая на самом деле, наверное, и есть симфонная жизнь. Но осталась вот эта музыка, недописанная. И это осталось на столе у Чайковского, тогда, когда он уехал из этого дома. Думал, что на несколько дней, но не вернулся никогда. Первую часть он успел переделать, и это был бы известный сегодня третий фортепианный концерт. Именно на этом концерте, на этой рукописи, стоит последняя в жизни Чайковского авторская дата. Поэтому то, что вы сегодня услышите, это то последнее, что лежало на столе Чайковского. Сказать, что он бросил это симфонию, потому что это плохая музыка, так нельзя. Очевидно, это была музыка про что-то другое, а не про то, что он собирался писать сначала. И, наверное, если бы он остался жив, он, наверное, бы написал что-то другое. Но это другое он уже не написал. И даже третий концерт в виде одной части, первой части, был издан после его смерти. Вторую, третью часть завершил Танеев как фортепианный концерт. И назвал это «Анданте финал». В 60-е годы 20-го века крупнейший исследователь, композитор Семен Богатырев сделал оркестр
сам пишет замечательную музыку, которая относится к той самой московской школе, о которой мы говорим, от Петра Ильича Чайковского до Бориса Чайковского. Вот он представитель этой московской школы, которая в истоках которой стоял Чайковский, и он предпринял новое прочтение. Он ничего не переделал. Это попытка донести то, что осталось недосказанным. И сейчас прозвучит вторая часть из симфонии СДУ, может быть, симфония жизни, а может быть, так же говорил Танеев, предварительной шестой симфонии. И очень знаменательно, что именно в этом зале сегодня день памяти Чайковского вы, дорогие наши гости, слушатели, дорогие, любимые наши гости, слышите это самое первое на всем земном шаре. То самое, что оставил Чайковский, недописанным на своем